начинается новая книга, книга Шмот. Ее можно было бы назвать «Рождение лидера». Это рождение величайшего человека в истории. И с этого начался выход евреев из Египта и спасение всего народа. Но кто по-настоящему стоит за всем этим? Кто? Женщины. Так вот, это шесть теневых генералов. Это шесть женщин, которые находятся за кулисами, которых мы не видим, но без любой из них не было бы Моше. И первая из них – это его мама. Ее звали Йохевед. Это самая настоящая еврейская мама, потому что она стала матерью трех величайших лидеров в истории. Это были Моше, Мирьям и Аарон. Вторая женщина – это Мирьям. Это сестра Моше. Она отправила его по реке, и благодаря ей он вообще родился, потому что папа Моше хотел ввести указ, из-за которого не будут рождаться дети. Поскольку фараон их всех хотел убивать, он говорил, зачем нам рожать детей, если их все равно всех убьют. Мирьям этот указ отменила. Благодаря этому Моше родился. Потом она сопроводила его по реке и проследила, чтобы дочь фараона его взяла и спасла. Третья и четвертая женщины – это Шифра и Пуа. Это повитухи, которые не спалили фараону рождение Моше, и поэтому он вообще родился. Бывают ситуации, когда люди говорят, я просто исполнял приказы, но как в Холокосте или при Нюрнбергском процессе – не работает. Нужно делать то, что правильно. Пятая женщина – это Ципора, жена Моше. Шестая женщина – Батья. Это дочь самого фараона. Удивительная вообще фигура. Представьте себе, если бы главным спасителем еврейского народа была бы дочь Гитлера, например. Очень странно. Так вот, что было у Батьи? Она спасла Моше из реки. Она дала ему имя, только благодаря ней мы знаем его под именем Моше. Она приняла гиюр. И, наконец, она одна из девяти известных женщин, которые вошли в рай при жизни. Получили рай при жизни. Эти женщины не занимали официальных должностей, но то, что они делали, сила их духа, сила их желания создавала и настоящих лидеров, и весь народ вообще. Итак, это шесть женщин, стоящих за спиной величайшего лидера Моше. А вот так, кстати, выглядели бы наши достижения без всех этих великих людей.